Всем привет, дорогие зрители! С вами снова Агаси, канал «Недвижимость в Турции» Paradise Online. Сегодня 13 мая. Завтра в Турции пройдут президентские выборы. И до выборов я хочу снять цены на рынке, на субботнем рынке в Махмутларе. Сниму, и вы оцените цены на следующей неделе, когда я еще раз выложу ролик. Может быть, через 7 дней я выложу ролик новый, может быть, через 14 дней. Так что смотрим. Итак, мы занимаемся денежными переводами в районе Махмутлар. Офис находится около башни часов. Есть денежный перевод, как «Золотая корона», «Ria Money Transfer», «Intel Express», «Shift», «InPay», «Swiss Remit», «Tunes», «Tranglo», «Privat Money», а также по очень выгодному курсу мы вам можем отдать лиры по самому выгодному курсу в Алании. Вы скинете нам рубли на наши карты. Это может быть карта Тинькофф, карта Сбербанк. И по курсу того дня, по курсу Тинькова, мы вам выдадим лиры. Никакой комиссии, будете даже в плюсе на 2-3%. Так что есть такая у нас услуга. Все, смотрим, ставим лайки, подписываемся на наш канал и пишем комментарии. И есть еще одна услуга, кто хочет купить квартиру, недвижимость, при помощи криптовалюты поможем один к одному. Кто занимается криптой, поймет меня. Один USDT, один доллар. А если нужно будет к евро поменять, поменяем по курсу того дня. Арбитраж. Звоните. Любая сумма. Так. Башня часов. Рынок у нас начинается здесь. Мне как раз еще надо кое-что купить. Итак, дорогие зрители, посмотрим завтра, как пройдут голоса, и через день или через два скажут, кто наш новый президент в Турции. Зелень минимум стоит по 5 лир, петрушка. Все думают, я что-то покупаю, кинза, вот такая. Хорошая кинза, 10 лир. Редиска тоже 10 лир. Лимон 15 лир килограмм. Фасоль 30 лир. Огурцы 10 лир. Ну, плюс-минус цены одинаковые. Я снимал 2 недели назад. Рынок и 2-3. 10 лир. Огурцы были тогда тоже 5 лир. Вот зелень. Бананы тоже 15 лир. Ничего не изменилось. Увидим, что будет после президентских выборов. Так как лира сейчас меняется. Там это такой какой-то цветочек. Энгинар. Энгинар называется. Бунун не файда свар, инсана? Карадиаре. Очищает печень. Артишот. Эргинар называют они, я не знаю как. Для печени полезно. А, он Он надо в интернете, говорит, посмотреть. Женщина мне совет дает, говорит, зайди в интернете и просмотри, какая польза от этого энгинара. На русском не знаю, как называется. Помидор. Прямо из сада пахнет. Пахнет огурцом. То есть пахнет помидором. Помидор помидором должен пахнуть. Картошки. Пататес, 30 лир, вот именно вот сельская картошка, она свежая, прямо из тоже огорода.
Там нету всякой вот этой ГМО. 10 лет баклажан, клубника 35 лет. Это у нас мушмула 10 лет. Банан уже 13 лет. Апельсинчики маленькие, чтобы сок выжимать. Вот, мушмула какая большая, оранжевая, вкусная. Надо купить. Вот он, фиаты недер? 30 лет. Келдим, алуйорум. Видео чекиорум, да? Видео чекиорум. Йо, чекип битрип гелю. Мерабо, абидзю. Пучок чеснока свеженького, няшка-мяшка. Каждый день кушайте по одному. Две тоже можно. Очень полезно. Не-не, аладжам, аладжам. Гелером, гелером. Фиатыны бакуёром, фиатыны. Хорошо, как куплю я ее. Одной рукой сложно что-то купить, но чеснок один купил. 25 лев стоит. Одна дамочка. Дамочка, осторожно, осторожно, цена улетела. 10 лир. Не вареная. Чтобы она не развалилась. Ой, черешня появилась. Дорогие зрители, черешня. А, вкусня. Столер. Через месяц будет где-то цена 60 лет. Киви 40 лет. Ранее сказал, да? Клубника 40 лет. Смотрите, это не просто клубника, это великан. Шелковица. Буне когда? 25 лет у нас. Да, вот. Ай. Дыня. Дыня. Сейчас понюхаю. Пахнет арбузом. Вкусно. Папайя 60 лир. 30 лир абрикос. Алча. И как там? Зеленый эрик называется. 50 лир. Она соленая такая. Кислая. Еще соль добавляете. И харч-хурч, харч-хурч. Чах-чух делаете там. Так. 10 лир – это смертельный банан. Внутри нормально, можно открыть, есть. А это перкис. Перкисито. 25 лир пакето. Но он немножко жесткий. Еще нектар такой. Няшка, няшка. Вот у него черешня. 80 лир. 25 лир. Абрикос. Все съем. Вам не дам. Лимон 13 лир. Арбуз килограмм 15 лир. Во. Помидор 15 лир. А это хурма. Органик хурма. Вот это одна из вкусных. Что-то ноздрю не зашла. Маленькая настолько, что... Кабак 15 лир. Красный болгарский антрикот перец 25 лир. Морковь 25, 10 лир апельсин, розовые помидоры 12 лир, хорошие огурцы 15 лир, вкусное яблоко тоже какой-то, вот сорт хороший, 15 лир, мало осталось, видите, скупается. Кукуруза. Если. Грибы. У мантарны кадар? 50 лир.
Здоров. So, dann gehen wir mal weiter. Bitte hier, kann ich dich. Вот, картошки. Это уже большие картошки. Там я вначале, где снимал, 30 лир. Они были именно с огорода бабушек, дедушек, которые сами сажают. А это уже посев где-то. Тоже 15 лир картошка. 15 лир лук. 20 лир лук. Где-то он 15, где-то 10 можете найти. Вечером цены еще падают вниз. От меня фишка вам. Виноград. Сезон вроде... давно закончился, а здесь у нас давайте три üzümü fiyatı nedir? 80 лир. Местная говорит, наверное, парник. Парник mi bu? Парниковый? Türkiye abi. Mersin. А, Mersin сажают. Просто сейчас не сезон. Один я отсюда сорву, мне надо его сорвать. Не сладкий такой, дорогие зрители. Немножко такой кисленький. Может, мне такой попался. Ой, финики. Кудус. Самые такие хорошие, вкусные, большие. Вот. Одна штука такая. 300 лир килограмм. 50 лир, видите, финики. И вот финики, привозные импорт. Есть еще за 150 лир финики. Орешки. 250 лир. Орехи большие. Давайте я вот так сделаю вам. Сухие абрикосы, кайсы по-турецки, 70 лир у нас, семечки, сухофрукты, 250 лир, папайя, пассифлора 300 лир, это что такое? Тимано, буне, абиде? Кавунна салатала каласа. Это как дыня и огурец. Смесь дыни и огурца тоже я не видел. Вы тоже первый раз это видите. На, съешь. Попробуй. А, его колючая она. Писалис. Это по-турецки золотой клубника называется. Внутри она вот желтенькая такая вот. Ой, какой вкусничка. Манго одна штука, 150 лир. А, я тебя вижу. Дядька тур продает. Никак не продал. Уши уж я вижу. Очень хороший охотник. Да. Всех поймал. Тур продал? Все продаю. Все продаю. Ой, а какие вкусняшки. Это так я фотка. Увидимся, пока-пока. У нас такой нету, а где взял? Купить надо, Трендиол, зайди, закажи. Где? Купить. А, Трендиол? Да, да, да. А, я магазин не делал. Да. 100 лир. 100 лир. Черешня. Давай еще приближу. Так, приблизим. Черешня так. Надо? Черешня, что ли? Также там есть рынок. Свекла. Арбуз килограмм 15 лир. 20 лир.
Я экзотику ищу. Где ты, экзотика моя? Чеснок 15 лет. Я там за 20 купил, и здесь 15 лет. Так. 40 лир абрикосы. Авокадо штука 20 лир. Груша килограмм 15 лир. Яблоки килограмм минимум 10 лир. Килограмм 25 лир дыня. И больше, чем надо. А когда вот так делаешь? Давайте папайя. О, внутри папайя. Семечки такие. Айде! Полтора 50! Полтора 100 лир стоит малина. Пакет. Ананас огромный, он большой. Они вытащили его 70. Манго есть? Лир. Сладкий манго. Куда делся здесь булган? Вот. Есть маленькие, есть большие длину. В той стороне, кажется, они вот. Да. Осторожно. Тут уже толпа. Народа 40 лир. Пятнадцать лир. Все, уже арбуз. Сезон конкретный начался. 20 лир, вот смотрите, какой вкуснейший помидор. Смотрите, вы такой помидор, наверное, редко видите при помощи моих роликов. Это черный помидор. Чоколада, шоколадный помидор называется. Он, видите, какой длинный. У меня один палец где-то 9 сантиметров. Большая рука у меня. И где-то здесь 2,5 сантиметра. Длину. Есть такое черри, маленькое, кругленькое. Есть хурма, это как финики, перевод. Есть вот такое няшка 20 лир. Килограмм. Саулас, вот внутри вот такое. Это тоже интересные помидорочки, тоже длину такие, вот такой. 30 лир, бабус называется, анком. Вот то, что внутри помидорчик такой. Знаете, вам еще желтые помидоры. 60 лир. Желтый помидор финик называется. Ой, какая красота. А я не могу дойти до него. Съел? Молодец. Черный. Тамам. Тамам. Взял помидор. О, смотрите. Цветочки для чая. Роза, розовая, красная, желтая. Орехи 300 лир, 250 лир. Плюс-минус эти одинаковые цены. Вот этот ананас, я вам говорю. Видите, какой он большой? Есть малюсенький, есть большой. Какой огромный папа выросла. Mm-hmm.
Яблоки 15, 12,5. Бананы здесь. Большие бананы, 25 лир. Упала игрушка. 10 лир. Кинза. Здесь лир баклажан, кабачок. Одна капуста 20 лир. Сейчас я паузу нажму, пойду посмотрю цены на молочные продукты, а также цены на мясо, а то уже ролик 20 минут. Да. Так, здесь оливки. Вкусные оливки, большие. Цена от оливок начинается от 50 лир и выше. Не хотел без расти. Показать тебе. Вот, этот человек делает ВНЖ, вид на жительство. Обращайтесь. У него офис тоже здесь где-то. И чаметы не опьется, я флан, эврак, истерепсины, рекламы автом. Гездерны, вот можете его лицо увидеть, все, закрой глаза. Так что, дорогие зрители, обращайтесь. Он надежный, все нормально. Что решили, не знаю, Мерабала. Видео, фото. Я бесплатно. Какой рекламу делаю. Цены где? Фиаттар нерде? Аби, фиаттары söyler misin? Gel. Gel fiat. Здесь мигает. Это меня зовут. Стойте. Короче, не хотят они продавать. 100 лир килограмм, это творог турецкий, это тулум называется, тулум, это каймак, это каймак, недер, сливы, вкусная вещь. Килосы недер, кайман, 180 лир, каймак стоит. Люди добрые, дайте путь мне, здесь тоже много народа, цены есть, цены нету, это тоже, но цены меняются из-за этого. Давайте здесь, вот здесь цены есть. Так, 80 лир, не соленый творог. Тулум 90 лир, 80 лир. Козий сыр без соли 140 лир. 200 лир эзирне. 280, что-то, 280 там поменяем. 120, 180 лир эзирне, балыки сирские. 120 лир просто сыр. Это не знаю, это что за сыр. Так. Хош полдак. Терея не кадар? Терея 200 лир. Сливочное масло 200 лир килограмм. Все. Показал вам рынок. Сейчас цены на мясо. Здесь есть мясо. Рынок. Рынок. Где рынок? А, отлично, вот цены. Фарш 335 лир. Делают из этого мяса. Да на транш, я это не понял. Транш как 360. Антрикот 430. Бифштекс 410. Ага, кузу. Баранина. Для варенья 250 лир. Кабурга, это ребрышки 300 лир, без костей 360 лир баранина, пирзола 400 лир, это уже готовый под шашлык, машлык, вот кёфте сколько, кёфте, ай, 335 лир. Selamun aleyküm. Bildirçin ne kadar? Köy tavuğu. O ördek abi. Ne kadar fiyatı? Kilosu 250. Kilogram 550 lir. Damaşnaya kurica. Damaşnaya kurica. Kurica. Tavuk değil mi o? Ha, это
это утка, домашняя утка. Не кадар дедем уфиаты? 200 лир. Там тавук не... 135 лир. 135 лир домашняя курица, а это утка, которая, значит, домашняя утка. Все не кадар бурда канат манат крылышки. 110 лир крылышки. 95 лир вот этот пиджола. 100 лир грудинка. Tamam, teşekkürler. Başka? İyi çalışmalar. 144. Hangi köfte bu mu? Evet, tavuk köftesi. Ha, tavuk. Evet. Kurine katlete 140 lir. Horoz köftesi var. Köy horozu 150 lira. Köfte horozun. Horoz köy horozu 150 lira. Здесь есть у них вот эти котлетки. От котлеты петуха, домашнего петуха. Это как я не понял, но я перевел кое-как, как они сказали. Думаю, что такие тоже бывают. И вот из него сделали котлету. Но не покупайте. Идемте дальше. Все, дорогие зрители Агаси, спасибо, что посмотрели ролик до конца. Не забудьте лайк поставить, комментарий написать. И кого интересует недвижимость, звоните, найдем какой просто цветочек, квартира вам. Шоколадка, мармеладка, пирожочек и конфетка. Пока-пока.